Это Даврон. Даврон – экспортер фруктов из Центральной Азии. А это Кейт, покупатель из Европы. Кейт любит виноград из Центральной Азии и может предложить отличную цену, если Даврон сможет вовремя доставить качественный виноград. Даврон связывается со своим двоюродным братом Бабуром, фермером из соседнего села, который обещает предоставить нужный объем винограда. Бабур не может один вырастить столько винограда. Он полагается на квалифицированную рабочую силу из местного сообщества для ухода за его виноградом и сбора урожая. Итак, у Даврона имеется достаточно винограда, чтобы выполнить заказ Кейт. Но у него есть проблема. Даврон нуждается в надежной транспортировке и хранении для быстрой доставки своей продукции через международные границы. Любые задержки приведут к порче его винограда, и никто не будет платить за испорченный виноград. USAID оказывает содействие таким продавцам, как Даврон, и таким фермерам, как Бабур, обучая их передовому международному опыту в управлении холодильным хранилищем и логистикой, чтобы они могли дольше хранить свои продукты свежими и своевременно доставлять их покупателям. USAID также помогает продавцам вроде Даврона находить таких покупателей, как Кейт, чтобы они могли заключать сделки для будущих продаж. Благодаря работе USAID с государственными органами для решения проблем, которые возникают у производителей при транспортировке своих товаров через международные границы, значительно сокращается время, необходимое для доставки свежих фруктов до потребителей. Эта поддержка позволяет Кейт вовремя получить виноград, который она так ждет. А в следующем году она сможет заказать еще большую партию. Бабур наймет больше людей для выращивания винограда, а Даврон трудоустроит больше людей для его хранения и транспортировки, содействуя таким образом процветанию, развитию и безопасности сообществ во всем регионе.